Ну что же, пора нам приступать уже к стойкам потихоньку. С крышей я уже как бы навозился. И на стойках тут у нас безобразие творится, да? Поэтому мы будем сейчас потихонечку делать клеем. И учиться работать вот такими блендинговыми молоточками. Будем блендить потихоньку. То есть растушевывать. Ну, основное, конечно, это клей. Вот они, грибы. Вот он, обратный молоточек. Потому что мини-лифтеры в данном случае могут сослужить плохую службу. Только обратным молоточком. Вот он у нас тут под руками, я сам себе не враг. Все получается. Вот тут одна вмятинка уже была, вот здесь вот. Все там чисто. Все нормально. Клей работает хорошо. Вот, просто не всегда удается вывернуть, если острая вмятина, то как бы проблемки бывают. А так, в принципе, все нормально. На удивление, как-то клеем хорошо работается. Прям чисто. Вот. Бывает же иногда так. Вроде и не стараешься, а чисто получается. А когда стараешься, наоборот, не очень. Ну ладно, посмотрим. Вот она была и нету. Вот так. Идем дальше. Крыша не маленькая, ну и стойка у нас тут не маленькая. Тут надефектовано немало, и потом еще по дверям вот тут есть такие неприятные сюрпризы. Так что работы еще хватит. Единственное, что, конечно, вот эти вещи не делаются. Вот. К сожалению, они не делаются. Ну что же, продолжаем нашу работу. Тут уже град более часто бил. И вот тут еще парочку есть. Но опять же, как мы видим, сейчас я в теплом сниму, может, лучше будет видно. Тут уже почаще пошло все это. Набито прям хорошо. Ну, я за вот это место вообще молчу. Тут прям красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Ну, судя по тому, конечно, как побиты молдинги, можно понять, что тут летело. Потому что молдинг, его рукой не продаешь. Вот. Такие градинки летели. Побили машинку. Вот видно. Вот такая красота у нас получается. Вчера, когда начинал, здесь на стоечке прям легко почему-то пошло. А здесь вот на крышу уже остаются такие маленькие донышки отметин. Не хочу я размочаливать
сильно разбивать. Поэтому как бы стараюсь аккуратно. Один-два раза разбил аккуратненько. Если там донышко маленькое не выходит, там это маленькое донышко миллиметра, его все равно не увидишь, кроме как в лампе. Поэтому вот, а пожевать поверхность можно. Поэтому аккуратнее будет там оставлять малюсенькие вмятинки, которые никто не увидит. Вот. А большое все убирать. Вот, непонятно, откуда какая-то мазюкалка попалась. Что это, клей какой-то с деревьев, что ли. Вот. Красивая краска. Эффект какой красивый. Прям как на дискотеке. Вот такая краска. На самом деле как черная. Вот еще раз. Таких только кристалликов нету. Удивительная игра цветов. Насколько грибов хватило, вот наклеил. Потому что их дергать ни раз, ни два. Вот эти грибочки хорошие, которые с магнитами. Вот. А остальные вот такие вот, я думаю, надо будет переделать. Как раз в эти места вот можно имплантировать магнитики. В основном они все, кроме вот этих вот, оснащены уже готовыми как бы отверстиями, куда можно имплантировать магнитики. Ладно, продолжаем дальше работать. Вот такая наша бедная стоечка. Пока лошматила ее. На полях мою складчину купили для дела. Вот эту часть я уже прошел. Уже тут, как говорится, более-менее все нормально. А вот теперь осталось у нас, ну, на этой стороне вот эта часть, переходящая в крыло, ну и там и ниже. И как бы все будем сейчас отмываем, очищаем вот эту часть. И
начну заниматься. Но я, наверное, начну с того, что надо открыть багажник, снять задний фонарик. И вполне возможно, что вот эту часть можно будет сделать при помощи крючка, а не клеем. Ну и посмотрим, куда тут можно в этой машине долезть. Продолжаем. Вот такое у нас заднее крылышко. Красивое. Ну и вот. Идем вперед. Так, отводим лампу еще чуть-чуть. И тут везде у нас сплошная красота. Какие-то артефакты непонятные. Вот так, край. И здесь теперь смотрим на саму арку непосредственно. Пошло и поехало. Так, надо отойти чуть подальше. Да, снимать это тоже искусство, это тоже надо уметь. Ну и так далее. Вот такая у нас красивая арочка. Даже интересно снимать, как красиво. Но теперь надо все красиво выпрямить. Вот такая картина маслом. Потихоньку будем спускаться вниз клеевой. Потому что там в крыле особо много куда не долезешь. Вот. Немножко поклею, потом продолжим.